И об спорте. У Гомеля проходить полуфинальный этап открытого турниру по баскетболе Кубок Феникса сирот девчат 2004 года народжения. Баскетболисткам Гомельского областного центра Олимпийского резерву по гульнявых видах спорту супротстоять одногодки из России и Латвии. 66 команд, 22 тура, 4 узростовые категории. Кубок Феникса за пошние годы набрал великую популярность. Организатор турниру Сергей Малов живе у Санкт-Петербургу, однако родом он с Гомеля. И тому не выпадково Кубок Феникса пришел у Беларусь менавито праз наш областный центр. У планах поширить колькость удельников спаборництва, у тым лику и за кошты инших белорусских регионов. В этом году мы шагнули в Беларусь и очень рады. Видим радушный прием Гомеля. И планируем развивать наши турниры в Речице, в Гомеле снова, и увеличивать количество белорусских команд. Почему? Потому что Беларусь всегда для нас является интересными командами. И для наших игроков посмотреть ваш интересный белорусский баскетбол со своей особенностью. Ну и разумеется, чтобы девочки, мальчишки в будущем, как мы планируем, подружились между собой. Потому что товарищеские турниры всегда предполагают атмосферу праздника, атмосферу доброжелательности и атмосферу нормальной спортивной конкуренции. Супрацьстаяць гамельчанкам на домашнім этапе аднагодкі з расійскіх гарадоў і Рыгі. Выніковыя месцы турніру каманды разыграюць 6 студзеня на арэне Палаца гульнявых відаў спорту. Фінальны этап Кубка Феникса пройдзе вясной у латвійскай Юрмале.